Привет, друзья и гости моего канала. Обязательно подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Поставьте лайк и напишите комментарий. А сегодня я хочу приготовить замечательный салат из крабовых палочек с сыром. Очень вкусный рецептик. Так что пойдемте посмотрим, какие нам ингредиенты понадобятся. Точный рецепт будет, как обычно, в телеграм-канале и Яндекс.Дзен. Все ссылочки в описании. Ну что, друзья, вот такие нам ингредиенты интересные понадобятся для нашего замечательного салатика. Это, соответственно, крабовые палочки, берем хорошие только. Сыр, берем любой, какой вам нравится. Два яичка, два помидорчика, два зубчика чеснока, майонез. И для украшения, соответственно, укропчик. Так что погнали готовить наш любимый вкусный салатик. Друзья, ну что, сырок натираем на мелкую терочку мы с вами. А крупную здесь не нужно тереть. Время настало помидорчика, и нарезаем его, соответственно, мы просто обычным кубиком. Вот такие вот штучки, чтобы получались небольшие. Вот так вот нарезаем с вами. Что, друзья, черед крабовых палочек настал. Помним, да, друзья, что берем крабовые палочки хорошего качества. И нарезаем их маленьким кубиком. Вот так прям. Вот, друзья, ну что, яйца трем на крупной терке с вами, соответственно. Мелкое здесь не нужно. Перетираем все нашу вкусноту. Вот так вот. Да? И пересыпаем в нашу мисочку с ингредиентами уже. Вот так. Ну что, настал черед чесночка. Выдавим наш салатик. Чесночок весь. Берем так наши два зубчика сюда и выдавливаем. Ох, как же у нас без чесночка. Это же от вирусов все помогает. Вкуснятина какая будет. Так, друзья, ну вот очередь сыра. Берем отсюда половинку, ну может чуть больше. Остальное оставляем наверх для украшения все. Поэтому половинку закладываем сюда, примерно, может чуть больше. Ну и чтобы нам сформировать салат, нам понадобится немаловажный ингредиент. Это майонез. Примерно, я не знаю сколько, но это будет пока, на мой взгляд, 3 таких хороших столовых ложки. Пока что. Если, ну, это все по вкусу делайте. Кому как нравится, друзья. Так, друзья, ну что, так и оставил 3 ложки майонеза здесь. Вот сейчас буду формировать вот в такое колечко все. Так, друзья, вот я все выложил сюда. Теперь хочу все разровнять в этом колечке. И уже останется нам это все украсить. Так, ну вот, украшаем мы теперь это все дело вот так сырком оставшимся поверху, по кругу все. Раскладываем равномерненько. Вот. Так вот делаем. Так, сырок сформировали здесь мы. И теперь финальный штрих. Посыпаем вот так вот нашей зеленушкой. Укропчик мелко нарезанный для красоты уже идет у нас. Так что, девчонки, оцените. Я не очень, как говорится, делаю салаты. Я больше по мясу, сами видите. Вот решил сделать салатик. Оцените, пожалуйста, лайками, девчонки. Финальный штрих. Снять бы это колечко как-то, чтобы наш салатик не развалился. Конечно, не хотелось бы, чтобы он развалился. Мой шедевр салатный, кулинарный. Вот так я, наверное, подрежу на всякий случай, не знаю. Я так видел, делают. Вот. И попробуем это все сейчас с вами снять. Получится, нет? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опа. О, так, по-моему, вышло, да? Ну-ка, давайте посмотрим. Ну-ка, ой, красота, сейчас посмотрим. Ну вот, на ваш суд и обсуждение вот такой вот салат. Девчонки, кто вот любит делать салат, вот такая вот штука вышла. Вот, сейчас буду пробовать с вами. Ну что, друзья, давайте наш этот супер салат положим. Он уже у нас в холодильнике постоял 15 минут, и я хочу все-таки его немножко попробовать с вами. Прям чуть-чуть положу, вот буквально вот так, как его взять. Это очень вкусно, чтобы не развалилось, да? Опа. Вот так. Но так не получается, конечно, взять, потому что все-таки здесь помидоры. Ну, сам факт, что это очень вкусно будет. Вот так. Вот так. Главное его охладить хорошо все-таки. Можно даже подержать побольше, чем 10-15 минут. Минут 20 даже. Можно подержать эту красоту. Вот такой вот вкуснятина.
Так, ну-ка давайте, девчонки, я попробую этот салатик, что у меня тут вышло. Рецепт, конечно, интересный, с помидорами. Так, нормальный. Главное, что вот крабовые палочки должны быть хорошего качества, которые разрываются на волокна. Они такие, знаете, бывают прессованные, это вообще нельзя кушать такие. Поэтому здесь на этом экономить нельзя. Ну, посоли более такой свежий, малосоленый, ну и не нужно, в принципе. Он, если будет настаиваться подольше, то соленость прибавится, не думаю, что нужно. Но если кто любит соленое, конечно, солите. Очень вкусный салатик, нормальный, освежающий такой. Даже мне очень нравится по сравнению с обычным крабовым салатом. Всем, кому понравился рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Все ссылочки под видео. Телеграм-канал, Яндекс.Дзен, там будут все рецепты и точные граммовки для этого салата. Так что всем спасибо, друзья, за просмотр. Всем пока. До следующих видео.